американец под ником Angermanth рассказал на своей странице в Twitter, как его дочь чуть не разрушила семью. По ошибке она решила, что в отцовской машине оказалось чужое белье. Мужчина стал свидетелем странного диалога между своим ребенком и женой. 4-летняя девочка спросила у матери, почему ее лифчик оказался в отцовской машине. Жена пронзила меня убийственным взглядом. Она не была в моей машине несколько недель, поделился Angermanth. На его робкие оправдания ребенок заявил, что видел чашку с ремнями. Семейству пришлось идти в гараж, чтобы убедиться в правдивости слов ребенка. Оказалось, что девочка приняла за белье респиратор, который действительно лежал в салоне автомобиля. Angermanth. 27 июня 2018 года, 14:57. Публикация стала вирусной, набрав почти 20 тысяч репостов и более 40 тысяч лайков. Комментаторы сочувствовали автору, на которого стучит собственная дочь. Хорошо, что ты знаешь, кому принадлежит ее преданность. Плохо то, что она не с тобой. Не спуская глаз с нее, советовали мужчине подписчики. Некоторые выражали уверенность, что сын бы ни в коем случае не предал отца, и советовали автору обзавестись еще одним ребенком. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале Лента Дна. Подпишись.